вами канал улицы Москвы и еще один переулочек между Ильинской и Варваркой, называется Ипатьевский. Так, ну, я как понимаю, здесь вот пока свободный проход, а дальше уже закрытая территория. Здесь также располагается комплекс правительственных административных зданий. Вот, но сейчас посмотрим, можно ли пройти по переулочку, который у нас поворачивает вправо в направлении Старой площади, под названием Никитников переулок. Так, ну туда-то я уже и не рассчитываю пройти дальше, к Ильинке. А вот Никитников переулок. По нему можно пройтись. Управление делами президента Российской Федерации. Вот такие тут серьезные здания и серьезные люди. Решают наши с вами вопросы. Администрация президента. Так-то. Так, там мы уже видим район станции метро Китай-город. Так, тогда вопрос такой. А можно ли пройти к Старой площади туда? Я считал, что это закрытая территория, где я сейчас нахожусь. Так, ну да, вот это является Старой площадью. Де юре. И де-факто тоже. Сейчас тогда разумнее выйти сюда будет, в эту калиточку. Мне казалось, что они совсем на закрытой территории располагаются. Но частично эта территория доступна, как мы уже убедились. Так, и это Варварка у нас, да? Дальше будет вот Славянская площадь туда, к этому, к метро Китай-город. Здесь Китай-городский проезд идет вправо. Так, ну и вот автобусный хаб, автобусная конечная. Можно сказать, это авто, ну, такой городской автовокзал мини. Здесь все ночные маршруты прибывают на конечную, многие магистральные. Так, Ильинский сквер у нас будет между Лубянским проездом и Старой площадью, образующий бульварчик некоторый. Но я думаю, перейти лучше вот здесь будет. Сейчас надо понять, куда я вообще хочу. Наверное, вот в район Златоустинских переулков, поэтому надо пройти, наверное, туда будет. Ну вот такой обзор данной территории, которая частично является закрытой. Вот мы прошлись, посмотрели тут пару переулочков. Пойдем дальше.
на Париж автобус поехал.